1000 лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне где-то в Сирии или Аравии. За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. От миража получился другой мираж. От другого третий. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере. Наконец он вышел из пределов земной атмосферы. И теперь блуждает во всей Вселенной. Людям.